Этих людей объединила любовь к искусству и самовыражению. Уже 10 лет они приходят слушать романсы и читать стихи. В Химках отметили юбилей клуба любителей музыки и поэзии. Его основатель Григорий Чувилин – химкинский музыкант, исполнитель и художник. После того, как он ушел из жизни, дело продолжили друзья. Теперь клуб носит его имя. Я знакома с ним с детства. В 14 лет он меня научил играть на гитаре в походе. Потом, когда я училась где-то в 8-м уже классе, он меня пригласил в вокально-инструментальный ансамбль солисткой. Пригласил меня на выступление в 8-м году, когда он только-только начал в библиотеке организовывать вот такие постоянные встречи. 10 лет участники клуба проводили встречи в библиотеке, но ее закрыли. Нужно было новое место. На помощь пришла администрация, выделила кабинет в территориальном управлении микрорайонов Сходня, Ферсановка. Ну, до Нового года, в принципе, думалось, что нигде не соберемся. Вот, но благодаря администрации получился праздник. Сейчас в клубе более 100 человек. Встречи проводят в последнюю субботу каждого месяца. Прийти может любой желающий, чтобы выступить или просто получить удовольствие от музыки и стихотворений.